Я просто это хочу 50-50 именно сделать. Я понял, хорошо, конечно. Вот, так что, если ты знаешь, это отлично. Но если тебе напомнят, это, конечно, еще будет шикарнее. Смотри, ты первый танкуешь. Идем ко мне, я тебе объясню. Вот, ты первый его танкуешь. На тебя 3 стака вешается, я с тебя снимаю. Вот, первые 3 стака свои ты снимаешь бопом. Хорошо? Okay. Вот, потом я танкую до 3 стаков также. Я не снимаю бопом. Вот, на 2 стака это будет и половина времени. Я первый на тебя таргет массакру кину, чтоб ты не прокнул на всякий случай от 3 стака, если кто-то звукит. Ты также мне сделаешь эти за анонж. Вот. Okay. Смотри, танчишь ты, получается, ядовитого будешь все время, который вылазит. Вот, есть ракета у кого-нибудь? Дайте, пожалуйста. Фоджик, я думал, ты на демоне. Какой Фоджик? Слева, который, да, вылазит, ядовитый, в земле закопанный? Да, да. Не, я же записывал с Афликом, там какой-то демон был. И что нам делать? Ну тогда это... Тогда я сейчас демона напишу, и Жожи тогда... придется... Неловко вышло. А мне что нам про твари делать? Ну, если у тебя должен быть спек, Фурик. А, мне Фурик, окей. Зачем мне твой протвар? Да, ну... Я получше, чем ты одет. Ну, хорошо. Мне даже вещи на АДД. А, все, я понял. Можно дренечку во вторую группу? Ну, либо к дренечку. Не думаю. У нас очень мало. А у тебя есть лог какой-нибудь демо? Вот. Чего? Я не могу просто затагать чела. Я хз, но я на демоне не играл ни разу. Там просто ты видишь все бафы, скликиваешь мышкой демонический пакт, и он новый вешается сразу. Максимально. Но я тебе не буду ничего логи давать. Бля. Ну давай еще подождем 3-4 минуты. Я пытаюсь сначала сейчас по дискордам его не пробью, если найду дискорд. Это Дейнерис, который... Так, сейчас. Это Дейнерис? Да. Я ему написал тогда, если Дейнерис. Можете 2 минуты почилить пока что.
5, 4, 3, 2, 1. Давай я еще минуту ему подожду и так стартанем. Просто я помню, когда Памфлок со мной ходил, там он в демоне был. Тебе показалось. Ладно, короче, если не найдешь, то похуй, я в демоне там поклацаю. Да, вроде никого нет, он не отвечает, я везде спавнул, если это Дэмерис. Ну вот, да, я вижу где. Так, давайте бафаемся. Есть у кого-то ракеты, пожалуйста, которые дымоком? Если могу есть... перезайти, закинуть, если надо. Да, не, ладно, я так буду объяснять. Смотрите, я бегу сейчас. Будем бить первую огненную, которая это выезжает, не выкапывается вот здесь. Вот она будет справа от ворот, как мы смотрим. Я тебе сейчас дам. Вот. У меня есть, оказывается. Окей. Где зеленый? Смотрите, если на вас на милишника вкинулся яд, вы не ждете фронтала, вы сразу чиститесь, заходите. У вас будет окно в 2 секунды. Если вы на рейнджах поймали яд, вот, вы подбегаете вплотную прям под хвост, ждете фронтал закончится, вот так вот в нее становитесь и забегаете назад. Если вы в нее становитесь, вы сразу чиститесь. Там рейндж от танка ярдов 8. А у Ешки, чтобы почиститься. Белл мы даем на червяках. По сейвам я все скажу. Под первый плевок я нажму сейв. Под второй плевок нажмет Рот Паладин второй сейв. И под третий плевок Холи Паладин нажмет РП Прист. Если на много очень миликов кидается яд, ты сразу гимн кастуешь на хп через Inner Focus. Я скажу шп гимн. В принципе, все, иннеры. Муриэлла ты кидаешь на этого Борова. Камни берите, пока стоит. Котик, ты на Артариаса кидаешь. Первый начинает паладин Виндо. Антер, Мак, ты тут? Я танчу правого. Я его мувнусь вправо, а потом буду вести влево. Ко второму червяку. Все время. Мой СС кинуть. СС на меня один. Вот, друиды по команде только ресуют. Мало. Лека, когда будет второй червяк вылезет с энрейджем, сразу кинь на Виндо, он первый будет ловить этот зубы, хорошо? Заходишь? Да. Ждем мага, наверное. Unpanteribel, ты тут? Ну, вроде как в Дискорде, но молчит. Ты, если что, молчишь, подай какой-то знак. Я захожу, да. Сейчас. Так, мне тупо на баф одеваться на СПД, да? На крит СПД, да. Окей. Там вашка есть, может, скачать. Какая? На демолог. Сколько у тебя будет этот? Да, нахуй нужен. Так, у тебя один демонолог хороший от плохого отличается тем, что просто баф перекликивает инстант. Он не перекликивается, он поверх вот кладется. И если у тебя он уже есть, то нет. Если он сильнее, то кладется. Мне челы с гамбитов объясняли как-то, что он там руками скликивает. Не, если сильнее баф, то он кладется на сверху. Что-то они не шарят, получается. А, у нас есть один дренейр. Так. Мне не нужен.
ШП нужен. Мы по 3 стака, да, держим? Не 4? Нет, по 3. У тебя слетает когда 3. Он 4 тебе не даст, если ты после 3. И тем более ты 11 меняешь. Так, Деггер, ты одет и самый. Вот, давайте вот сюда, вот так вот ткну. Лека, гим там на ману закастуешь под монотайт Кейтсу. Кейтсу надо монотайт сказать, когда поставишь. Сказать монотайт. Я вижу. Все отлично. Все, я вам дал дренейм почти всех, кроме... Ладно, вот так вот. Вот так вот. Вары, вы стакаете минус броню. Вас трое. Чек. Пласки, пожалуйста, выпейте. Копытная, Штормблад, Алинара, Мариэлла. Умный котик. Кто будет кислотку брать? Ты? Не, я имею в виду из паладинов, ну, из танков кислотных, кто будет брать? Добро пожаловать, герой. Танк, дух. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Он стоит, вот смотрите, с крестиком будет, он будет стоять слева от ворот. Я с черепом справа. Вот. Потом, когда мы добьем, когда червячок будет вылазить один, будет его подбирать в винду первый раз. Правого штрамбла отбьем. Черепом правого. Правого откуда? Где зеленый, видишь, дымок? Я еще череп поставил на себя, вот кто череп, кого танчит, того и бьете. Первый танчит Виндо. Гармока. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. 5, 4, 3, 2, 1. Вольда, все свечимся. Больно от миликов заходите. Прям вот перед ними. Прокалывание. Давайте парни сопру. На третьем прокалывание, на третьем заберу. Кабольды все свечнулись. Вперед пройди шаг с кабольд. Забираю. На двух прокалываниях и 3 секунды дашь мне эти заколи таргет на сокру. Добьем. Больше урона по кобольду надо. Больше урона по кобольду. И мне таргет на сокру. Винду, прием. Снимай. А, вижу, не тебе кобольд. Надо снять, иначе меня может убить. На четвертом. Винду лечимся. Кобольду добивать надо. Белна и Лемис дашь. Кислотной утробой и жуткой чешуей. 5, 4, 3, 2, 1. Белл. Сали блок. Все отлично. Винду готовься, я тебе скажу, когда массакру дать. Почему паладин Холли был, вдруг убил? Скажешь, я дам. Винду, жми массакру. Вот, чиститесь, чиститесь, подбегайте. Все, 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 отлично. Добиваем. Осторожней, сейчас к червяку бежим, а на счет третий раз плюнет. Милишники, осторожней. Отойдите, разойдитесь. Лучше, да, разойтись. Нормально, винду ты ловишь, ты ловишь. Как вылезет Лека, сразу винду дашь этот боб. Ой, этот зубы, зубы. А отвернешь ко входу отвернешь. Ко входу никто не стоит. Надо вплотную подойти к ней. Зубы ему. Смотри, на тебя яд повешается. Через 5 секунд, через 7, скинешь баблом с cancel аурой. Потом я заберу. Так, будешь уже подмерзать. Все, снимай баблом с канцелаурой. Ратик.
Мне надо баблом, не бобом было. Я возьму. Его ресницы. Там же тоже. Ты, Виндо, знаешь, что такое бабл? Так я же снимал, блядь. А, ну я, сука, перепутал, я извиняюсь. Я этим... Я тратил же... Штормблада, Стопфлут. Мариэла, Штормблада, этот, поставь. Ретрик, дай мне этот таргет на сакру, на старого повара. Винду не лечите, ресните его. Первый нажмет паладин с ником Боров, мастер ауру на лед. Боров, Уиннер, дай умный код. Астариус, Мариэла, Иннер. Я уже давал. Винду, батл, ресни, иди на умкоте. Дашь мне Боровочный на помплока? Я первый массакр дам. Да рано, да. А нет, норм. Смотрим, на кого будет бежать. Все в разные стороны отбегаем. Хантер, готов транквилшот. Все от черепа отбегаем. Винду, дашь мне таргет на сакру через конец стана. Я скажу, когда. Можешь радовать. Второй нажмешь этот артариас, нажми мастер аур на лед. Я уже нажал, только что. Есть. Мне почему-то не показывается на этом поле. Сейчас я переделаю. Массакру нажмешь в винду, когда он побежит, это прыгнет в центр. От лута только все откажитесь там, я не поменял потом. Массакру вниз. Смотрим, на кого бежит. Все отсали в разные стороны, бежим. Винду, бабл это бабл. Да я в курсе. Я просто, видишь, когда убивал, обычно всякие, да, кислотную убивали. Я, честно говоря, вот эту тактику впервые вижу. Так, смотри, ты босса потанчишь, я под адов повожу, потанчу. Да, без проблем. Танчишь вот здесь, смотри, я тебе кинул. Вот, танчишь тут. А подводишь к порталам, к вулканам, потом опять выходишь вот сюда вот. А, бафните упавших, сейчас я МРТ на этом чаре настрою быстро. Я не вижу массакр. Рыбу бы еще. Че поставлю? А у меня вот стоит. Почему тогда не показывается? What the fuck? Поставил по центру. Выйти. Боже, а где это колонки? Че? Че, забери. Колон. Да там. Поменяю все, ответственность сдать за бычу вначале. Уже. Там появится. Нет, еще не я поменяю. Не про это. Я что? Не про то вообще. Да, у меня колонки не выставлены были на этом аккаунте. Запускаю. А, пургнет у нас, получает. Первый у нас кикает, получается, Лекис, второй Штормблад. Вот. Пум-пум-пум, пургнет у нас Шаман Энх, ой, Элим. И помогает ему Лека. А, нет, у нас три мага есть. Стоп. Маги, парольте, пожалуйста. Три мага, парольте. Салли? Можешь поролить? Салли и Анфинтерибл воруют. Алинара, сори, ролл проиграл. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь... Не надо ничего пуржить. В девочек свитчимся, в вулканы свитчимся, в адов свитчимся, все. А, по поводу мастера ауры, паладин и холли на концентрацию поставьте. Первый паладин на концентрацию нажмет, когда я скажу Артариус, второй Боров. Бэлспула, соответственно. Классным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва. Ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Тут я главный.
герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Траксус, эредарский повелитель пылающего легиона! Посмотри, у тебя есть аура на Трит? Конечно. Окей, скоро врата пустоты, 3 секунды, готовимся. Свечимся в врата. Все врата бьем. Господин зовет! Плоть от кости! Холи Паладин, готовься. Памп жми. А, Артериас. Все, можно бить, нам нужно девочку побить. Я ее подводу, подведу сюда. Бьем девочку. Молодцы. Вот от кости! Готовимся, через 5 секунд будет вулкан. Вот все у него свечится. Вулкан сейчас будет. Поехали. Бьем вулкан. Бьем вулкан, пожалуйста. Все в центр веди обратно. Я подведу. Я массакр жму. По големам сыграйте сильно. Винду продолжим массакры. Бьем босса. Меня лечим, старого повара. Ворота свечимся в эти тоже. Босс еще много. Готовимся, 2 секунды ворота сейчас появится. Ворота свечимся. Второй паладин Боров нажмешь, мастера ауру, я скажу. Концентрацию. Госпожу поле и ворота. Больше ворота. Сейчас вторая появится. Жми. Все вадов. Массакр он трейбл нажми. Артарис, точнее. Как я тебя могу называть? Арт могу называть? Как угодно. Очень сложный ник, извини. Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили, дядя. Вот топорик упал. Теперь вас ждет новый противник. Давайте все на альянсовскую сторону. Собаки, альянс. Винду, иди к нам. Вы выпустили повелителя демонов. Сейчас объясню все, что надо делать. Ваша смотри. Будет быстрой. Альянсу не нужна здесь сюда. Помощь, ко мне подойди, не прыгай, демонов, остановись, чтобы пожалуйста. Справиться с ордынским отродьем, пес. Вот это надо тебе взять. Тише. У тебя есть граната? Граната нет, инжа есть. Сейчас дам гранату. Смотри, ты слева зайдешь, я справа зайду. Вот. В инвизе мы заходим, жмем так. Лужу из инвиза. Жмем гранату из инвиза, жмем лужу. Вот. Они выгребают. Это для чего делается? Весь бой почти на нас будут ады, если они будут стоять на рейнже и не юзать там контроль и массивы. Вот. И спокойно убивается этот босс за 3 минуты. Да, если давай пробуем. Вы заслужите достойную награду. Интересно. Орда требует справедливости. Так, я думаю, ауру надо там поставить. Все паладины какие-то нормальные. Чтоб все стояли. Мы покажем этим псам, как оскорблять орду. Дали тебя накритовало, что ли? Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Понял. Не щадите никого, герои Орды. Лоптар Рогар. Yes. Комбат Рога, ты мажешь ваунт на мейнхенд, это минус хил. Майнд Найминг, это замедление каста.
и сидишь на звездочке весь бой. Так, Элим Шаман, ты на ромбике кикаешь каст нон-стопом. В принципе, все, друида Фоджик побань там. Это будет кружочек и приста с луной пофиряешь, потом просто пофиряешь друида, приста забей. Убиваем череп, выгрипываем, убиваем крестик, убиваем зеленые трусики, потом уже можно уешить. А начнет у нас ретрик паладин, который, давайте, контр-в. Ты начнешь с концентрации со старта, когда вот побегу, в оба выгребают мастер-ауру. Потом продолжит на концентрацию Артариас, потом Боров. Вот, смотрите внимательно, Штормблад, ты вот отсюда первый грипаешь Романа, только надо граундинг, чтобы разбился. Внимательно смотри, чтобы не было на нем бафа граундинга. Вот, второй выгрипает сюда Декалекис. Вот, и там бьете Шамана первого под Бейлом. Сразу Бейл даете, как выгрипают. Я захожу слева, смотрите, вот, туда вот. Паладин, второй, прот, заходит справа. Все, мы заходим, жмем. Вам нужно подождать, не бежать. Вы вот стоите, вот все вот тут, смотрите, где я сейчас прыгаю, вот. Вот, ближе не идите, пока они к нам вплотную не сбегутся все. Не надо спешить, вот. Маздисплы покастят присты, если будет там Бейл. На нас, на старого повара, частицу кинь, пожалуйста, Артариас, на Винду Борович. Вот, вы нас просто лечите через какого-нибудь чела. Больше ничего не надо. А почему первым убиваем Эйнхай, а не чела? Потому что. Да, да. Это самый опасный таргет, все. Готовимся, я тебе скажу, как жать спот, хорошо? Да, добро. На 8 секундах можешь жать. Жми. Идем. Вот заходишь сюда. На нуле гранату кидаем. Кидай гранату. Жмем лужу. Сейчас они сбегутся. Все, можете гриппать. Бейл. Потом выгрипаете рогу с крестиком. Маздиспл надо нажать, будет отлично. Так, побежали, да, раз. Ладно, массакру. Рогу контрольте, Жоржа, отбеги от них, они на тебе. Вампирик, этот вампирик точно вам надо диспелить от приста на рейде. Это обязательно. После крестика вы бьете звездочку, вот русики зеленые. Короче, у нас дисплей тоже нельзя, они триггерятся. Боров, нажми массакру. Все отлично. Пожалуйста, не танкуй жопу. Добиваем крестик и потом бьем зеленые брусики. А потом можно будет их свести, подгрипать и уешить. Рожика, рожика. Так, все, вон, крестику их подгрипывайте, давайте, к звездочке точнее. И будем убивать квадратику, надо будет кикать всем. Точнее, ромбику, извините. Локу надо будет кикать косты, потому что он, если в мили, спамит очень плохо будет. Пальцев очень много на рейде, надо продиспелить. Играйте по звездочке. Дельти ходы, пожалуйста. Элем, заметь, пожалуйста, эти логи никуда не идут с этого босса. Маз диспл, бабла. Памплок осторожно. На тиамик остается. Потом давайте будем луну убивать. Луну. Можно тут его лишить спокойно уже, они не опасны.
Хантер один никого не убьет. Вар. Можно потом ДК притянуть, череп поставил на него, тоже его побить. Надо будет на 35% одному из рогу нажать 2 ниши чипшот рубки. А ладно, теперь он сказал быстрее. Ну вот и весь босс. Пока всего одна смерть, да? Победа. Наверное. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Назад все идем. Есть кто пошкурить ледяного рева? Либо на твинке у кого-то у вас есть шкуродерство, вы зайдете, залутаете все 100 голды и увидите, когда не получите. Очень плохо, иначе он стоит. Сейчас зайду. Было бы замечательно. Шкаф ставьте. Поставьте, пожалуйста, шкафчик. Такой темперс он выйдет, а не пустит. А он если в офлайн выйдет, то все нормально. Ну, сейчас из ККР зайдут. Кому СС? Сейчас скажу, погоди, Фоджик, я перед боссом все это. Наверное, сова будет делать это. Сова, ты положишь эти штучки. Окей. У тебя это просто, ну, максимально профитно по сравнению с остальными. И у тебя есть хоть какой-то сейф типа барскина. Человек в доту, да, играет? Виндрейдж. Ой, сори, я не тем просто зашел. Не принимай. Черталка. Давай, я... Там пока на паладинах можете бафы обновить, смотрите, там 2 минутки остаются. Не принимай сейф. Все, убегай, улетай на камушки. Лекка, смотри, ты вверх, лево. Друид Мункин, вверх, право. Хантер, ты нажми плюс Гэндальф. Ты не слева. Твоя главная задача — собирать шарики. Это самая важная задача для тебя. Даже если у тебя будет 1000 ДПС за этот бой, это пофиг. И ШП Мутян не справа. Встаньте, пожалуйста, на те стороны, где я вас сказал, чтобы вы на всякий случай. Так, ну все, можете не вставать, я уже вижу, туда бежите. Бегите назад ко входу, чтобы не запулить случайно.
Вы берете белую, соответственно, и ловите белую. Я беру белую, ты берешь черную винду. Ты танкуешь череп, я крестик. Хантер напуливает крестик, три роги череп. Ожидайте, сейчас я вам объясню, что еще надо делать. Я крестик, да? Нет, ты череп. Череп, окей. Ты с крыльями начинаешь. СТС на друида Мункина. Мариала. Угу. Как будто что-то не хватает. Лапки. Лапки. Нормального ШП. Так, смотрите, если череп кастует щит, все круто. Если череп кастует воронку, холи паладины, вы жмете в начало, ну, когда он прокастует воронку, бабл, и все, не меняете. Все остальные дедешеры, кроме сокеров и танков, вы меняете на белую воронку. Воронка прошла. Вы разворачиваетесь, бежите на ботинках сюда, не вылезаешь в шарики, берете опять черную, и после этого возвращаетесь в черный. Смотрите, если крестик кастует щит, вы также меняете, свичитесь в крестик, вы меняете на белую воронку, свичитесь в крестик, разбиваете щит, а потом бежите опять назад, меняете на черную. Хилы вы меняете только на чужую воронку, кроме холи паладинов. Это получается два шамана. Далее, если крестик кастует воронку, жмутся и вы только сокеры. На черную воронку, Борович, ты нажмешь мастер-ауру на шадоу и массакру. На белую воронку, арт, ты нажмешь мастер-ауру на огонь и массакру. Нажмите плюс, если поняли. Здесь с черной меткой вы берете фокус-крестик и смотрите, бьете череп. Белл у нас будет с пула. Вот. Мы начинаем с крыльями. А этот... Не будем, да, получается, прожиматься все вместе под воронкой? Нет, не будем. Это более рисково. Окей. Сейвы на с тобой винду, я скажу, когда жать. Да, да, хорошо. Что-то. Смотрите, если будет воронка сокеров, вам нужно будет хилить три таргета. Паладины, пожалуйста, Артариас, хиль через Мариэлу, если сокерская воронка. Это получается черная, на которую вы не меняетесь. Борович, ты хиль, пожалуйста, Децелека. Вот. Нажмите плюс, если поняли. Давайте Артариас тогда частицу на меня, Борович частицу на винду. Нет, сокеры никогда не меняют цвет. Ты что? И я тебе просто скажу, смотри, когда мы вот эти с черными, все ребята меняют воронку, да, Гэндальф? Тебе нужно будет помимо белых ловить половину черных. Вот, и всем сокерам это сделать, если они будут лететь в рейд. Потому что мы все будем как там 3-4 секунды стоять с белыми бафами. Вам нужно будет, когда рейд внутри сменился на белый, половить половину черных. Нажмите плюс, если поняли, сокеры. Это очень легкая страта. Вас и не убьет, и никаких есть нету сложностей. Давайте рейд чек. Борович, ты готов? Все. 15. Роги на винду, на пулевую череп, на меня Хантер Крестик. Начинаем с крыльями с тобой. Ауру ты таргетную ставишь. Потом. Во имя темного повелителя. Во имя короля лича. Байл, пожалуйста. Пожалуйста, ловите воронки Лека. Лека. Готовимся 5 секунд суперспособности. Смотрим. Надо сменить цвет. Меняйте цвет и бейте крестик. Меняйте цвет и бейте крестик. Черный надо еще будет ловить. Кикаст. Выбежали назад. Шадутян, батлорез, неумный котик. Рада у тебя умный котик батлресни. Бахните, Шадутян.
готовимся, 3 секунды будет. Темная воронка. Сокеры нажмут сейвы. Сокеры, жмите сейвы. Блять, от кого залетает? Вы можете ловить, пожалуйста. У нас ауры на фаер резист нет. Паладин Артериас, ты должна аура на фаер резист быть. Готовимся, 3 секунды. Суперспособность. Просто бьете, просто бьете, просто бьете и добиваем. Двух жуков надо закапывать. Ой, это бить. После первых на третьей фазе. Прислужникам короля Лича. Все славьте наших героев. Сейчас будет небольшое видео представление на минут 7. Я вам объясню тактику с картиночками в прямом эфире. Не все моменты. Слушайте внимательно, пожалуйста. Кто умрет от какой-то механики, мы из-за этого вайпните, получите минус 100. Заходите ко мне на стрим в Дискорде. Должно быть 24 человека. Так. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки Пледи. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Танки будет Данчтянба. Смотрим внимательно, вот ты забегаешь ровно посередине Ануба, вот прям в центр. Просто разворачиваешь его, никуда не двигаешь. А слева и справа пойдут ДК, вот так вот. Отсюда лучше всего выделять сферы, вот прям вот отсюда. Вот. Здесь вы делаете. А справа буду я танковать, слева ты на Виндо. Слышишь? Так, да. Вот, смотрите, справа я выделю сферу ДК. Кто из вас, кто из ДК уверен на 100%, кто не на 100%, что вы сферу сможете грипнуть? Лейки слева грипнет. Окей. Слушай, ладно, хорошо. Да я просто давай обычно я договорю. Обусы. Нет, давай я тебе договорю, хорошо. И ты не будешь сейчас перебивать. Вот, Лекис выдели справа. Смотри, ты берешь на винду Лекис слева, да. Ты берешь винду на Лекиса в таргет. Он подгрипывает сферу, ты выделяешь. Ну, выделяет сферу, ты выделяешь сферу. Он ее подгрипывает, ты ее станешь. Слышишь? Таргетный стан. Даешь в нее молот. Праведника, Джагу и добивающий молот. Помогаешь. Stormblood, справа я тебе выделю сферу. Через меня ее в таргет возьмешь. Грипнешь, я тебе помогу убить. Вот. Далее. Первую фазу. Мы все стоим вот здесь. Вот. Вот стоим, стоим, стоим. Ретри паладин контр В. Ты не жмешь гнев небес. Вообще не жмешь. Нажми плюс, если понял. Okay. Вот. Все, мы стоим, стоим. Вар тут стоит. Смотри, Виндо, как ты водишь пауков. Мы стоим на внешнем углу льда. Недалеко, вот ты прям вот вышел только со льда на внешний угол, там стоишь. Понял? Будут два паука, один здесь, другой здесь, один здесь, другой здесь. Этот всегда первый забегает, ты в него тарелку кидаешь. Второго ты просто стоишь там же, вот здесь вот так вот. Даешь ему таргетный таунт. Понял?
И заходишь вот так вот это, спиной к Анубу поворачиваешься, чтобы они смотрели на Ануба. То, получается, они должны смотреть вот плюс-минус вот так вот, вот. Но они смотрят, типа, в Ануба, понял? Они вот здесь вот будут стоять на льду. Попками на льду, лицом они прям под ногу Ануба будут смотреть. Ты под Ануба заходишь. Я тебе буду говорить пророчек назад, типа пророчек вперед, если близко слишком, хорошо? Да. Потом опять выходишь вот сюда, именно на внешнюю часть льда, не дальше. Возьмите камни сразу все. Вот. Ну, за 12 секунд Бринтроль отводит Ануба вот сюда, вот. Вот сюда, вот. Ретрик за 13 секунд кидаешь фридом на Варьера. Вот. Все милишники бегут вот до сюда, чтоб он не за... ну, пока не закопался. После того, как он закапывается, мы все стоим вот здесь, вот как на этом. Сейчас альтабнитесь в игру, я вам покажу в игре, где это кину туда дымочек. Вот, все стоят там. Вот здесь вы стоите. Вот. Вот, мы все стоим тут. Хантер, внимательно слушай сейчас, альтабайся в стрим. Первый шип пойдет отсюда, откуда закопали. Человек первый шипом бежит вот так вот. Внимательно смотрите, как вы бежите. Вот так вот. Не по центру, нигде, а вот так вот. В бок и вот сюда сразу. Хантер, ты разбиваешь сферу вот здесь вот сначала. Как мы смотрим на Ануба справа, понял? Вот. Смотрите, где-то вот здесь, вот, где-то вот здесь. Вот здесь вот. Ретрик кидает первый боб на человека. Человек останавливается, лед разбивается. Ты подходишь вплотную ко льду. Подходишь вплотную ко льду. За 2 секунды до конца боба ты проходишь через лед. До конца боба за 2 секунды. Не надо там позже какой-то делать. Да, наверное, 3 же. На 2 не можешь не успеть, нет? Просто сделайте, как я вас прошу, и все. Далее, второй шип, вот он отсюда пойдет. Второй человек пойдет вот так вот. Вот так вот, вот. Арт, ты побежишь вот так. То есть Ретрик первый боб кидает, вот вы бежите через центр. Внимательно смотрите, что у вас боб меньше. А, нет. Сейчас, удалите. Вот Арт побежит через центр, ой, этот Ретрик побежит через центр, Кортер В. Арт, смотри, как ты бежишь. Внимательно будь, это очень-очень важно. Ты побежишь аж вот так вот. Потому что второй шип пойдет вот так вот примерно. За человеком. Хорошо? По колу даешь боб. Где-то вот здесь вот будет. Ну, я там заколю. Вот плюс-минус тут. Хантер разбивает лед. Человек подходит ко льду. Вплотную за 2 секунды до конца боба заходит. Третий боб нажмет паладин ником Боров. Смотри. Я сейчас альтабнитесь в игру, покажу вам. Вот примерно мы вон там вот все стоим. Третий будет этот. Вот плюс-минус сюда вот выходит человек. На него просто кидается боб боровым. Он стоит, жук выкапывается. Все, либо вот сюда вот я скажу. Просто выйди вперед в бок, там вперед вправо или вперед влево скажу. Либо там выйди и чуть-чуть побегай. Зависит от тайминга. Слушайте мой кол, никакого флуда чтоб не было. Третью сферу не надо разбивать хантером. Только 2 сферы около входа с двух сторон. Это главная твоя задача. Не бить жуков, там, не еще какой-то херью заниматься, а разбить сферы. Вот, когда я скажу, и чтобы они были сразу разбиты, чтобы ты уже стоял на позиции. Так, по поводу жуков. Смотрите, у нас нету АДК, поэтому если вы по жукам дали больше 600 тысяч... И при этом мы не вайпнулись, и у вас потом плохой лог Сануба. Я не буду смотреть этот лог, если вы скажете, я не хочу, чтобы вы лог Сануба смотрели. Поэтому очень сильно кливайте по жукам. Если у вас будут плохие логи, и Сануба именно, я его не буду считать. Нам нужно убивать жуков самое позднее, за 2 секунды до выхода новых жуков. Вот. Это очень-очень важно. Первых жуков мы сразу убиваем до закопки, вторых жуков мы не бьем, мы бьем Ануба. Отводится тоже. Вторых жуков мы бьем, когда Ануб закопался. Все рейнджи. Милишники будут маленьких этих. Так, теперь по этому. Винду лечит Боров. Артариас, ты лечишь меня. Частица у вас должна быть на Бринтроле. Бринтроль. На третьей фазе, под первый стан, ты жмешь ШВ. Именно когда уже жуки будут. Вот.
под второй стан за 3 секунды, за 3,5 даже секунды до стана тебе нужно заколить зубы, чтобы телека дала зубы бринтроль сказать, хорошо? О, Ретрик контр-В, смотри, он каст жуков дает, вот на 30% ты уже можешь играть Эмана Фрост. Напиши плюс, если понял. Чтоб первый была возможность первые метки заэвейдить. А у нас будет на третьей фазе трое жуков. Первый, когда он выкапывается только, вторые на третьей фазе, и третий мы тоже добиваем. Четвертый жуков мы на третьей фазе будем закапывать. Смотри, паладин, я тебе сейчас покажу. Как? Внимательно смотри, винду. Вот они подходят, мы подводим вот так вот, вот ко льду сбоку, понял? Не на лед, а сбоку. Их обдотывают все там маги, локи, ДК болезни кидают, и мы отводим вот сюда вот их. Вот сюда. Ну и я своих, соответственно, в другую сторону. Вот сюда. Да-да-да. Вот. Это получается уже третья фаза, это первые жуки? Это четвертые жуки будут. Я тебе скажу, когда. Я просто заанонсу. Этих жуков мы отводим вот так. Хорошо, мы хорошо. Вот так подводим, они закапываются там, а потом мы подбегаем вот плюс-минус сюда и здесь просто стоим, а ДК вызовут армию по команде. Ну, зависит от демейджа. Они выкапываются, правильно понимаю, если они закапываются, они с тех же мест будут да, выкапываться. Да, все верно. Ты группы тут такие оставишь? Нет, я сейчас буду делать. А объясни мне, пожалуйста, я вот на жуках никогда не стоял. Я либо хилил обычно, либо утону бы я танковал. Им косты надо сбивать. Вот объясни мне вот эту механику, пожалуйста. У тебя будет кастоваться внезапный удар. Вот внезапный удар кастуется 2,5 секунды. Его надо сбивать гневом небес. У тебя на гнев небес должен стоять символ. Гнев небес? Там без символа хватает. Какие у тебя символы сейчас стоят? Скажи мне большие. 5 секунд, когда... Вот, я могу поменять, сходить. Скажи, какие символы стоят. Клятва, печать мщения, правильная защита. А, вот священный гнев, получается, у тебя должно быть печать мщения и святой клятвы. Праведная защита — это на этот на сальву, верно? Это этот, 8%. А. Ну, у тебя пауки такого же левела, как у тебя ты. Так что пофиг, в принципе. Так, подожди. Не, пауки 82. Сколько у тебя хита, скажи? Да там хватает. Это должно хватить, у меня есть хит. Так. Слушай, можно предложение? Если вар умеет на жуках, может, давай, я на ДК потанчу босса. Нет, нет, нет. Что-то... Нет, да я справлюсь, не переживай, мне просто нет, сейчас... Нет, этот... нет, нет. Разберусь. Нам сферы надо грипнуть обязательно. Печать только поставь АОЕшную. Да, а ты ставишь АОЕшную печать и смотри внимательно. Ты вообще тарелку не юзаешь, кроме того, как вот этого вот жучка, вот этого вот жучка. Только да, я понял. Я а этого таргетный стан. Ой, таргетный таунт. И, пожалуйста, не спеши, ничего не произойдет. Ты смотри, если он этот первый подойдет, просто скинешь в него джагу, либо щит свой, щит праведности, да? А когда двое подойдут, уже типа молот праведника даешь, и они никогда с тебя не сагрятся. Так, по поводу того, умерли вы от метки, не нажав камень Frostpod, получаете минус 20, если умерло из-за вас много народу, минус 50, если вайп минус 100. Перестаньте жуков бить. Чё-то они же станятся, жуки, если что, их молотом правосудия можно застанять? Только когда они кастуют, только когда они кастуют можно. И не надо это делать, тебе нужно только гнев небес заюзать в каст внезапного удара. Все. И этот, Ретрик, ты не жмешь тоже. И, пожалуйста, тут смотрите, чтобы жуки умирали. Это очень важно. Если жуки не умрут, будет вайп. Далее, если вы умираете от шипа, затупили, что-то не сделали, и это вайп привело, минус 100. Если привело к нескольким смертям, минус 50. Если кто как ваши смерти, минус 20. Стандарт. На третьей фазе, смотрите, жук выкопался. Вы снимаете все, кроме танков, снимаете стамину и командирский крик. Все хилы становятся по двара. Вот сюда вот. Два шамана, ДЦ приз, два паладина. Прям в вара становитесь. И стоите. Всю третью фазу. Паладины, два холипала. Вы ни в коем случае не юзаете крылья. Если на вас на третьей фазе заюзалась метка, вы инста юзаете бабл. Инста на холипалах юзаете бабл. Что бы ни произошло. Вот. Далее, роги всякие, ДК, вы, маги, на первых двух фазах, если на вас метка висит, не юзайте сейвы. Заюзайте, пожалуйста, на третьей фазе, чтобы у вас к третьей фазе не было там кож, зеленок
и блоков в КД. Да-да-да-да. Это потому что мем, да, что вы просто юзаете до начала третьей фазы зачем-то их. Лека, ты лечишь четвертую, пятую. Деггер, ты лечишь первую, вторую. Кейтсу, ты лечишь третью метку. Хилы, вы лечите на третьей фазе только свою метку и ничего больше. Что бы ни произошло, вы просто стоите, вот у вас метка есть, и вы только ее лечите. Себя вы не лечите. Вы не умрете. Никак. Потом, Кейтсу, ты ставишь, смотри, тотем на натур-резист плюс тотем на хил. Деггер, ты ставишь там какой-нибудь тотем и на хил. И Грифферолог, ты ставишь тотем тоже на хил. Шадутян лечит тут. Первой пати, в принципе, не надо. Хантер, на тебе Mortal Strike всегда. Ты его по КД юзаешь. Если Хантер умирает, кто-то из рок... Намажьте на второй оффхенд, заменяющийся ваунд. Чтоб если по моей команде переставить оффхенд и мазать ваунд. Смотрим. Так, что еще? А, теперь ваш келинканите, пожалуйста, два шармана и ДЦ. Лека, Penetration Cold, Penetration Cold. Кому СС? Кейтсу, Деггер. Линка не важна. Деггеру СС? Постой, нет, погоди, Фоджик. Я разберусь с этим сейчас. Как его накануть? Смотри, нажимаешь Enter, выбираешь Raid Chat, потом открываешь Вашку, нажимаешь Shift и правой кнопкой мыши, о, левой кнопкой мыши по Вашке. Так, ты удаляешь, Деггер, свою, качайте все, Кейтсу тоже удали. И качайте все вашку, Леко. И чтоб у вас, кроме этой вашки, больше никаких вашек ВК не было вообще. Все качайте вашку, Леко. И чтоб только она искренне мне дайте, пожалуйста, Кейтсу и Деггер в личку. В Дискорде, что у вас нету других вашек на ВК, которые могут конфликтовать. Так, танки. И... Фоджик, тебя слышно? Это надо выпить вместо фласки на ХП? У меня есть, спасибо. Кейтса ты скачал? Смотрим. Смотри. Кейтсу, ты лечишь только третью метку. И только ее. Себя не надо лечить. Если у тебя стоит тотем, он тебя выхилит. Вот, поэтому не бойтесь. Даже если у вас один хп, вы не умрете тут. У вас в каждой группе, кроме первой, первой не надо, там хилят. И так, и вар сам хилится. Вот. Все, вам нужно только хилить метки на трех хилах. Деггер, скинь, пожалуйста. На кого скинь? Рики, в Дискорде никнейм. Все отлично. Все, хилы молодцы. Еще раз напишите в чат, пожалуйста, какие ваши метки.
номер. Все, отлично. Ретрик, ты на третьей фазе юзаешь джагу на ХП. Все. По этим. Мариэла, ты дашь Боровичу Инар, когда я скажу. Умный кот, ты дашь Артариусу Инар, когда я скажу. Нажмите плюс, если поняли. И врубите меня на полную, чтобы это услышать инстантно. В принципе, больше ничего нету. А, у вас должно быть еще сильное зелье защиты от магии льда. У всех. Мне не интересно, вы там памперы, не памперы. Я хочу убить чисто и точно. Если у кого-то нету, купите, у кого есть несколько. Если вы умерли с меткой, не нажав камень или не пропитый пот, вы получите минус. Если вы пропили пот и хил уронил, хил получит минус. Логи я буду смотреть. Мы же на танках не снимаем, правильно, эти бафы? Нет, нет, нет. А, танки, потом еще. Вначале мы пьем броню, потом ануб выкапывается, мы перепиваем потом броню. Умный котик, а в чем проблема? Ну, с чем ты занят? Ты Артариусу даешь фридом. Ой, Инер. Артариус. Повтори на всякий случай Боба еще. Кто дает? Первый Ретрик дает Боб. Второй дает Артариус Боб. Третий Борович. Зачем ботинки кто-то проюзал? Ну что? Че, так мы еще объясняем. А уже нет? Все. Кому СС? СС на меня, потому что я тут сам молодец. На старого повара. Да, БРы только по моей команде, у нас всего два БРа. А, давайте бафаемся. А, пожалуйста, с пула на пулы все в бара. Почему я не могу бафнуть что-то у тебя? Вот все три роги и хант на пулы в бара, пожалуйста, с пула. Ануба вар танчит. Боже, пожалуйста, слушайте, что я говорю. Что я там рисую. Почему ты такие вопросы задаешь? Если на картинке понятно, кто. Нет, у БРов ничего не было, я скажу. У вас всего два друида. За мной идем, вперед меня никто не идет. Вот здесь вот встали. Лутян, ты тут? Да, да. Подойди, пожалуйста, где все стоят. Я стою. Ты стоишь на месте? Нет. Тебе надо перезайти. Может быть, тебе надо перезайти? Нет, не, он у всех, ну, у меня тоже стоит на месте. Можешь перезайти просто? Вы стоите тут, я отсюда вот буду сверху взять. Тормблад, тебе надо в таргет меня взять. Я понял. Так, Шадутян подошел, рейд-чек. Ласки у кого меньше 10 минут, перепейте умный котик, Салли. Люцина ноет, контр-вэ, штормблад, посмотрите, копытная, антафорбель, яйцо. Так, все готовы, пул 15 сейчас будет. Армии только по моей команде. Пуляете только после атаки. 5, 4, 3, 2, 1. Я тебя выделил сферу. Проведи рукач. Все, вторую застань. Ну что ты не застанешь? Все. Проведи чуть вперед, рука, два шага вперед сделай. Ты не рука, ты. Все нормально. Заходишь на лед под фридом. На втором проводи. Чуть ближе подводи, подводи ближе. Еще ближе подводи. Кастки.
Ретрик, не жми, пожалуйста, тихо. Ближе надо подводить себе под ногу прямо. Хорошо. Это очень важно. Слева жука добейте, слева жука добейте, пожалуйста. Все, сейчас мы будем бить ануба. Налет таких просто заводишь. Вот, за 12 секунд будешь отводить. Закапывай через... Уже отводи. Сальдар, умный котик, уйди, варю, руди. Почему вы на льду, блядь, стоите? Алло, вы чё слушали-то, нахуй? Смотрим, Анфартербель, беги. Убегай, Анфартербель, по той стороне. Ретрик, будь готов. На лед не заходи только. Не заводи на лед. Ну, не веди через лед. Боп. За 2 секунды зайдешь до конца бопа. Милики бьют маленьких, НЖ больших. Все, смотрим второй. На ком. Только через лед не веди. Смотри, где ши будет вести. Борович, сам на себя кинешь. Я скажу, когда... Кидай на себя боб. Стой. Кидай на себя боб. Зайдешь за 2 секунды. Подойди вплотную, за 2 секунды зайдешь. Молодец. Я это, Ант, Арт, ты первый. Ты кинешь боб, я когда скажу. А мне только одна частица. А, частицы кто не повесил? Веки, выйди вперед. Просто стой на месте. Я тебе кину боб. Стой на месте. Снимаем стамину и командирский крик на всех ДД и хила. Хилы уже идите под танка. Хилы под танка. Навара на пульс. Поставь его, чтобы ровно, да, все. Этих жуков мы максимально надо будет убить. Нормально стоит? Да. Назад шаг еще сделай на поводение, еще чуть ближе, на один шажочек. Они у тебя не на льду стоят вроде. Все, вот так. Молодец. Стоп, лут. Техникаст. Справа надо чуть больше сделать. Да, не забывался, я не знаю. Все нормально. Так, сейчас новые, да? Пошли. Да, БЛ только по команде. Мы же этих не заводим, да? Нет, мы заводим. Я все скажу. Перестань входить, пожалуйста. Делай. Максимальный ДПС. Сейчас будем это. Максимальный ДПС по рукам. Все по рукам. Выпили пласки. Винду, батлрез, винду, быстрее. Блять, ну кто нахуй? Да все, это ГГ, ложимся. В чем проблема была? Винду. Да то слева танчил, завел жуков. Меня убило что-то. А зачем ты подвел? Завел жуков. Ну, минус 50 получаешь. За что? Ну, ты жуков подвел, тебе сказали, как подводить. Так я их подвел, как обычно. Ну, то есть просто... Их нельзя держать рядом с другим паком жуков, они бафаются. Так они не рядом с паком были. Они бафнулись. Они в боссе были. Я посмотрю сейчас. Но я их подвел, как обычно. Да 100% вот бафнулись, Навашка показывает. Бафнулись, убил нас. Я сейчас логи залью, посмотрю. Цирк нахуй. Вот ты вместо того лучше спрашивать, что это, просто сделать, как я тебе говорю, заходить. Тебе нужно с радиуса с угла заходить. И чтобы они смотрели в ануба, а сбоку, а не, блядь, снизу. Сейчас посмотрим. Загружаю логи. Да, повтор у меня посмотри просто. А да, они в боссе были, да. Там на них 4 или 3 стака. А, на обоих по 3 стака было. Мужиков. Да. А как мне повтор посмотреть-то? Реплей? На гоу убьем, потом посмотришь. Окей.
Все, секунду. Бум-бум-бум-бум-бум. Также на меня СС. Ласко Артарис. Вот когда третья фаза началась, вам нужно инстантно жуков свечиться. Будет потом, как мы их поставим. Максимальный ДПС, чтобы у нас БЛ потом был в босса только. Готовимся. 15. Недалеко провел. Зачем ты его ведешь куда-то? Я же тебе сказал поставь. Ну теперь ставь нормально. Зачем ты его проводишь? Раз не сбился, возьми своего жука. Ой, боже мой, блядь. Тебя видно, как жуков, нет? Да-да, видно. А в чем проблема? Просто бьем панура. Отводи. Почему ты стоишь? 12 секунд должен отводить, ну ебаный в рот. Смотрим на кого. Что до тебя убегай. Не по центру, через бок, бля, через лево отбегай. Стой, попу не кидай. 2 секунды зайдешь. Один, блядь, не слушает стрим. Смотрим, кто второй. Контр В. Надо будет побегать немного. Куда ты через центр? Отбегай. Он сам себя бобует? Нет. И дай боб ему. Стой на месте. Стой, не убегай далеко. Третий человек, просто ему боб, выйдет вперед, человек. Алинар, выйди вперед. Стой на месте. Стромблад, зачем ты к шипу подходишь? Ставь Ануба. У него задние ножки были поровну на льду. Стамину, скиллину пнули и командирский крик. Зовите своих жучков поближе. Еще на шажочек. Нормально? Да.
Нет, еще короче надо сделать сам. Все. Отлично. Рука слева надо бить больше по рукам слева. Можете уже поты пить на пилот. Сейчас максимум будем бить по жукам. Максимум по жукам. Дальше. Максимум по жукам играйте, пожалуйста. Он умер. Блять, ну почему ты каста кикнуть не можешь? Батл лестнике ханта на этом на сове. На сове батл лестник ханта. Бэл. Винду массакру. Следующих есть у нас? И будем закапывать следующих. Просто сбоку льда подводишь. Накидайте на этих паучков, пожалуйста, доты. Батл. Накидывайте дотки и отводим назад. Дотки накидайте, пожалуйста, на жучков. Жми минус 50 винду и отводи назад. Все, их закапываем. Каст надо только внезапный удар кикать. Армии можете вызывать. Не отдавал, да? Давал. Блядь. My bad, я минус сечу. Это сторонний закапывается, зараза. Плохо, плохо, а ну вы просто бейте. Просто бейте, а ну-ка, все. Ну, к сожалению, опять 49, потому что... Ребят, ну я старался, честно. Я этот... ну, говорю, первый раз этих жуков танчил. Я, ну, может, если косяк, мой, извиняюсь. Я ребят, просто... дохилите метки, пожалуйста. Я вот эти тонкости прям на 100% не знал, насколько там надо их подводить прям. Я ж тебе все буду говорить, я тебе показал, как их завести специально, на каком... Да я ж так же и заводил, и вот все разы, что я заводил, я все вот по одной из технологий их заводил. Ты же видел. Сейчас будем смотреть. Но штрафы есть штрафы, без обид, я себе тоже штраф пропишу. Я там каст последний не сбил один раз, и ты каст не сбивал. За все буду штраф, потому что... Да я вроде сбивал. Что два люди, коста как... пропустил. Объясни, Трики, зачем вот сразу их отводить, они же у вас не закапываются. Не закапываются. Они закапаются, да, но у тебя паладин даже соло их пробивает на 15%, они закапываются, ну, я уже все сейчас процессил. Сейчас они у вас не закопались. Ну, потому что я каст не сбил, последний. Он, я просто минус 20. Боже, Мучан, у меня все убивается легко, ну, я вот уже они все сейчас процессил. Не прохилились, они не, даже не кастовали за закоп. То, они кастовали за коп у паладина, нет. Понимаешь, надо сбить. О, ладно. Я про закопку, а не про телепорт. Ладно, лень объяснять механики. Гоу битаться. Ну, если паладин. Они не закапывались, а что? Паладин, желез, чернокнижник, они регалия. Они по какой не проходили? Минимальная ставка 2000. Минимальное повышение 100.
Поздравляю. Танковский пояс, без свою защиту, уклонение, парирование. Ладно. Кольчужный пояс, бис на арену Навара, бис на Хантера. Пират копытная. Оделся очень-очень сильно за рейд. Чем я такой был рано, надо сутарь был взять. Да, без проблем. Я пока дальше бедуюсь. Потом тканевый пояс, хаст, дух, сила заклинаний. Не нужно никому из кастеров. Еще и ботинки тканевые тут остались, и ноги тканевые, потом танковский меч и трофеи. Бисовый танковский меч на вара танка. Дайте трейд. Поздравляю. Хоть где-то хрюкнул. Меткость, крит, сила заклинаний, ноги тканевые. Меткости у многих сейчас. Инфати, пожалуйста, человек. Без проблем, но надо, чтобы он вышел потом. Чтобы он не забывался. Поздравляем, Мариэлла. И будут ботиночки с духом, хастой, силой заклинаний. Последний тканевый шмот. Мы тебя только подсумонить не сможем. Вот в чем проблема. Да я его захожу. Да.
Грац Алинара. Напишите в чат плюс, если вам нужны трофеи по 500 трофеев авангарда на 245 шмот. Чтоб я сразу просто выставлял их. Они по 500. Начинаю. Если вам нужно больше одного, ставьте там 1000, допустим, на 2, 1,5, на 3. Больше никому не нужны трофеи. Поставьте, пожалуйста, рембота, я их продам, в банк добавлю 450 голды. 9 штучек их есть. 50. Продаю. Пересмотрите, от 200 голды, начиная сразу вот за все это. 6 сфер рыцаря и вот 3 таких рецепта. За все сразу. От 200 голды. Теперь поехали распределять. Ожидайте. Сначала просто дойдем всем. Получается, хилы у нас были Артарян, Борович, Деггер, Кейтсу и Лека. Далее ловили сверки у нас Хантер, Гэндальф 10%, Сова 10%, Мариэлла 10%, еще Лека и 10% Мутян. Далее у нас будет минус Винду 50 и я минус 50. Все честно, Винду. Тут, теперь смотрим по логам. Мы ошиблись, ничего не поделать. В следующий раз лучше сыграем. Ошибка тут стоит дорого. А, еще Деггер минус 20 за метку. Поехали. Курихити надолбил на бонус. А мне можно бонус посчитать? У меня тоже было 85, если бы я с меткой меня не уронили копытную. Копытная, навряд. Ну, я могу посчитать, сейчас посмотрю, бил ли ты пауков, во-первых. Нерубский землеглот, 830 тысяч. Ну да. Окей, это тебя только уронили, да, с меткой? Ну, вроде да. А в целом свое очень тяжело было. Все, кто вешал. Давайте. Не, если у вас есть, вы можете, если у вас больше 600 тысяч, на классе, которая не выдает 600 тысяч, вы смотрите и говорите, что вот у меня больше 600 тысяч, можешь мне нуба не считать, пожалуйста. И я согласен так делать. Так, предлагаю Курухити не считать. 77 плюс 83 плюс 90 делить на 3. Сейчас 250 делить на 3. 83 у тебя, к сожалению, нет. Без зануба. Далее, что у нас? Кто-то еще хочет там сказать, чтобы без зануба его посчитали? А, Линара, да смотря сколько. Допустим, я могу посмотреть. А, Линара, у тебя 900 тысяч, там, лям. И... Ну, вам двоим могу, да, не считать ануба. Вот кто по ляму засчитал. Давайте, Линара, посчитаем без зануба.
А я, в принципе, это... А кто воровал стаки? Кто воровал стаки от этого Жираксуса? Напишите плюс. Ну, значит, я не считаю, даже Жираксус, у тебя будет нормальный лог, забей. Там другой маг конфедерабл у тебя воровством. У тебя тут зеленый. Так, поехали. У нас что? Конфедерабл минус 20 за зеленый. Мариэлла тоже зеленый. Так, ну ты инвалькируй, окей, мы не считаем сейчас. Это честно, потому что это друид. 69 плюс 42 плюс 34 равно и делим на 3. 3 по анубу ты била, нет? По жучкам? Ну, нет, ты не била. Получаешь минус 20. У тебя выходит 48,3. Без валькир даже. 90. Ну, у тебя минус 10, грубо считай. 10 ты за сферки получаешь. А Алинара не получает. Умный котик получит. Смотрим по жучкам, тоже мало бил, ты получаешь минус 20 за зеленый лог. Так, остальные все пофиг, чтобы тянуть, даже минус бы не получил, АДК нету. Вроде все. А Брентроль, ладно, у него спек танка. Распределяем, посмотрите внимательно, никого не забыл. Штрафы, бонусы. Сейчас я выложу логи, статистику выложу, и тогда через 2 минуты можете трейд кидать. В принципе, молодцы. Тут я плюс сайт танк второй ошиблись. Вина на нас. Мы минус получили. 100% в общем мы получили. Можете кидать трейды. Всем спасибо. Да, всем спасибо, извините за 49 попыток. Я виноват тоже. Тут неприятно, конечно. Приходите еще. У нас остальные все рейды, которые со мной были, закрыты на 50. Давайте, удачи. Кто еще не кинул, кидайте.